Так, ладно. Где-то здесь должно быть... это... этот Бирднест. Забыл, как на русском. Там, где яйца отлаживает. Так. Оно вроде бы где-то здесь. Если мне память не изменяет. Нет, не здесь. Ну, короче, сейчас найдем. Сейчас найдем и начнется квест нормально с Сио. Как по сути эти несколько квестов, которые появились, вы заметили, что они тематически с какой-нибудь девушкой связаны. Мы прошли там с Лизой, с Элизабет прошли, с кем еще? С Силикой прошли, с кем еще? ХЗ. Не помню. Знаю, что нам остался вот два квеста. Один Асуна и другой Сион. Собственно, тот Синон сейчас мы и начинаем. Со звуком все нормально, не слишком громкая игра или не слишком тихие. Так, что-то я походу пропустил. Да, все-таки с радаром в Lost Song поудобнее. А, вот, нашли. Их так много. Это, наверное, птичье гнездо. Во, вспомнил. Вот думаешь полдня, как переводится тупое слово, потом приходит само в голову. Ладно. Так. Те яйца в этих больших гнезда прям огромные. Трудно себе представить, насколько огромным является родителем, который снес его. Или, короче, сделал его. Родители этих яиц вокруг нету. Ну, я думаю... стоит сейчас поисследовать тут все. Ничего особого. Это перо. Может быть, я могу взять его по пути обратно со мной в качестве предмета. Хоть и не знаю, для чего мне его использовать. Ну, хорошо. Вернуть я в Арк София, чтобы поисследовать его. Поисследовать это. Ну, окей. Возвращаемся в Арк София. Телепорт. Привет, Максимус. Пришел. Блин, ребят, тут у меня, короче, мне придется начать на час раньше стрим по Москве, потому что в Европе-то время изменился, часовой поиск, а в России нет. Потому что если раньше у нас разница была в 2 часах, теперь у нас разница 1 час. И, блин. У меня немного тут замешательства, так скажем. То есть как? Ну, то есть вот так. То есть раньше 16.00 по Москве для меня было это 14. У меня было, собственно, 4 часа вечера, а в Москве было 6 часов вечера. Ну а теперь 4 часа вечера, в Москве 5 часов вечера. То есть придется эти стримы начинать уже в 5, если я хочу по 2 стрима в день делать. Кирито. Господи, сраные часовые пояса. Стал ближе к России, матушке. Ну да, привет, Псиклон. Ну,
Нифига она мне не матушка, но все равно. Соседи. Хорошие соседи. Так, Максим, у тебя идентичное время с московским? Ну, ладно, фиг с ним. Собственно, вернулись. С возвращением, Кирито. У тебя есть время, Силика? Да, я свободна. На самом деле, я нашел большую картинку, на которой изображен дракон в подземельях Холлоуэри. Но дверь закрыта. И я подумал, может быть, Пина является ключом. Силика? Может быть, это квест, чтобы Пина стала сильнее. Квест, чтобы стала сильнее? Звучит круто. Заставляет меня оживиться прям. Ну, на самом деле, я слышал о подобных квесте. Но у меня нет особых деталей. Да не волнуйся. У нас есть кое-какие надежные средства для таких времен. А, понятно. Так вот, почему вы попросили меня прийти сюда. Да, я подумал, что Арго, возможно, что-нибудь знает. Мы рассчитываем на тебя, Арго. Ну да, действительно, есть квесты, что дают возможность прирученным монстрам стать сильнее. Среди этих квестов есть несколько квестов, которые не могут быть начаты, если прирученный монстр не является конкретно нужным. Тогда это значит... Бинго! То итай токоро да кедо не. Холлоуэрия то нару то кокшин ва най на. Именно. Хотя я не могу сказать с полной уверенностью касательно этого в пустой зоне. Чё-то правда? Ну, в конце концов, всё-таки те, кто знает о Холлоуэри, их мало. Кроме того, единственный надежный источник, на которого можно положиться касательно этого, это Кирито. Вон оно как. Сорени, драгон то наруто, канари но кикен га йосо сарэру йо. Холлоуэрия но теки ва мичису даши на. Если это связано с драконом, это может быть очень опасно. Ну, враги, что населяют Холлоуэрия, неизвестно. Ну, это правда. Ма, конкай ва кактэй джохо жа най ши, мурио ни шите ойте яру йо. Ну, так как эта информация не подтверждена, то я не возьму ничего. Нет, не возьму плату с тебя. Это неожиданно щедро с твоей стороны. Но взамен ты найдешь что-нибудь, что поделишься со мной. Спасибо тебе, Арго. Да, небольшое дело. Так значит, вот наш случай. Ну, что нам делать, Силика? Я приготовлюсь к опасностям, что впереди. Кроме того, даже если не, это не дракон, но пока Пина может стать сильнее, я не думаю, что такие вещи раньше происходили.
Ну, приму к сведению. Тогда, let's go. Ну, погнали. Спасибо, Кирит. Ну, вот тут запустился не тот квест, который хотел. Запустился квест с Силикой. Ну, ладно, тогда давайте сначала квест с Силикой сделаем. О, Силик как раз вовремя. Да не, не Пина. Да не Лизабет, блин. Почему я не могу заговорить с Силикой? Эй, Силика. Все, погнали. Значит, сначала сделаем этот квест. Так, информатор, это круто. Продаешь и покупаешь информацию за деньги. И ничем не рискуешь. Да не, жопой ты рискуешь-то. Что делать? Вскрываем двери и пикникуем до задремания. Чё? Ладно, погнали. Погнали. Блин, как же ей идет это платье? Хотя оно идет всем. У меня как-то Истрея была одета. Давным-давно. Холуэри. Ну, я думаю, мы сейчас быстро пройдем этот квестик. Да и следующий тоже. Так. Ну, собственно, мне нужно пройти в Sacrifice коридоре к этим вратам, которые я нашел. Дремаем по словарю Валеры, спим где придется. Верни Силике рубашку. А уже поздно, рубашки нет. Но, кстати, там оказывается, там есть один костюмчик, который я ни разу не использовал, надо бы его использовать. Так. Здорово, окей. Надо потом разобраться. Дверь. Не то, что есть. Я ее стримил, причем с переводом. Слоупок. Кидайте дверь. Слоупока. Уже два стрима по 4 часа каждый был. Сегодня Синрара Кагура. Завтра, может быть... О, Данька к нам пришел, здорово. Так, ну, собственно, пришли, Сирика. Это место, о котором я говорил. Так, значит, дверь дракона, что Кирито нашел, находится здесь. Да, вот сюда. Я пойду за тобой, Кирито. Ну, погнали за мной. Блин, это действительно знак... Я думал, это знак вопроса, а оказывается, это дракон. Изображение дракона? Кирито, это... Да. Когда я пришел раньше, дверь не открывалась. Потому что... Ну... Почему тут написано «мы», если я пришел один? Но если там изображен прирученный дракон, то я подумал, что, может быть, что-нибудь произойдет, если его привести. Да? Дверь открылась. Дверь! Пошли внутрь. Хорошо, Пина? Привет, Фума.
Окей, дверь открылась. И что у нас тут внутрь? Немного нервничаю. Да, тут довольно гнетуще. Тот, кто ведет род драконный. Добро пожаловать в комнату дракона. О, Кирито, это голос? Я ничего не вижу. Я только голос слышу. Тот, кто ведет род драконный. Это Айпини, да? Неужели слухи правдивы? Не нужно так взволнован... Нет. Да, не нужно быть такой взволнованной пока что, Силика. Ну да, ты прав. Если вы преследуете душу великого дракона, то вы должны продемонстрировать свою силу в первую очередь. Продемонстрировать силу? Это значит... Враг, я предполагаю. Будь осторожней, Силика. Враг может быть. Дракон! Огромный! Этот будет сложный. Приготовься, Силика. Пути обратно нет. Мы должны принять этот вызов. Да. Я хорошо подготовлена. Хорошо. Нет, дверь не буду. У меня вторая часть еще не пройдена. Так что третья дальше у нас. Че, это серьезный дракон, да? И да, кстати, я сегодня новость читал. Оказывается, Sword Art Online по продажам в Японии, ну, Lost Zone, который новый, обошел Bloodborne. Он на втором месте, а Bloodborne на третьем. На первом месте One Piece. Ну, что тут сказать? Да будет Сао. Причем PS Vita-овская версия. PS3 версия там, она на четвертом месте. Ну что тут сказать? Круто! Не, ну, Sword Art Online Lost Zone действительно хорошая игра. Очень хорошая получилась. А One Piece я не играл. Но One Piece понятно почему тащит, потому что это One Piece, там много фанатов. Да и Сао тоже много фанатов. Тоже из-за этого тащит. Вот, и у меня тоже. Я сейчас отдаю предпочтение Сао. Я сначала Сао пройду, а потом уже Bloodborne, когда будет время. Слишком много времени нужно на него. Так. Хе-хе! Мы сделали это, Кирито! Да, ты хорошо справилась, Силика. И Пина тоже. Пина помогла очень много. Точнее, там было... Спасибо и Пине, ты тоже много помогла. Так, что дальше? Вы показали свою силу. Так что душа дракона возродится здесь. Что за звук? Кирито, земля трясется. Что происходит? Окей, заметил, что земля трясется. Давай, иди сюда. Отдай кровь родственников,
скелета. Итак, дракон возродится и примет тебя в качестве своего мастера. Что? Предложить кровь родственника? Что? Он говорит, чтобы мы пожертвовали Пиной в качестве жертвы? В качестве подношения. О. Ну, думаю, так. Хозяин жертвовать изначальным прирученным монстром, может, драконом, ради более сильного. Это уже слишком. Как я могу пожертвовать Пина, которая всегда была со мной? Би был со мной. Я никогда этого не сделаю. Привет, мистер Пукс. Чё так тлен? Извини, Пина. Что привела тебя в такое место? Не беспокойся. Я никогда ни за что не пожертвую Пиной. Да, Пина всегда защищала Силику. Почему? Разве ты не хотел воскресить дракона? Пина гораздо важнее, чем тот дракон. Ну хорошо, тогда душа дракона пусть снова погрузится в сон. Кирито, прости меня. Слухи действительно просто слухи. Я такая бесполезная. Это неправда. Я думаю, что Силика... Э? Что? Что-то еще? Я увидел глубокую связь между хозяином и его драконом. Это тот же самый голос? И эти узы пробудит новую силу в драконе. Чё? Так, Пина может двигаться теперь гораздо быстрее. Юки, сону кизуна о усинаваную. Кизуна о усинаеба, чикара мо усинаварэру даро. А теперь идите. И будьте уверены в том, что эта связь между вами будет вечна. Когда эта связь будет потеряна, сила исчезнет. Что такое, Пина? Что такое, Силика? Кирито, Пина стал сильнее. Правда? Так значит, истинное испытание было этой? Испытание, ты говоришь? Да, это возможно было испытанием связей между хозяином и прирученным монстром. Силика и Пина прошли это испытание успешно. Ну, даже если ты говоришь, что это было испытанием, я не чувствую ничего особого. Я никогда бы не смогла пожертвовать Пиной. Я просто делаю то, что естественно. Этот голос попросил тебя, чтобы ты никогда не забыла эти эмоции. Вообще-то он сказал никогда не разрывать узы.
Я этого не сделаю. Я буду спиной вечно. Силька и Пина, партнеры вечно. Хорошо? Давай вернемся обратно и отпразднуем. Да, спасибо, Кирито. Да не за что. Так, ну, мистер Пух, в чем именно твоя проблема? Я рекомендую тебе пройти Hollow Area сначала, а потом уже идти к сотому этажу. Там все достаточно просто, хотя есть несколько моментов, когда ты можешь не понять, что тебе делать. Google в помощь, если что, ну или спроси меня. Я уже там прошел, иди вот на ютубе потом в моем прохождении покопайся, найдешь все ответы. Так, Фума, что ты... А, ну смотри, первый сезон-то хороший, но второй мне испортил все впечатление. Я ждал другого, вот почему мне не понравилось. Это мое личное мнение. Так, о господи, сколько теста. Недавно, окей, сегодня наконец-то смотрел последнюю серию. Чего? Второго сезона? Вот так как конец получился. Мне, собственно, не понравилось то, что вроде бы там сдохли, а во втором сезоне снова все живы. Какого хэ? Ладно, не могу я, не хочу я говорить, а то сейчас спойлеры еще сделаю. Так, ладно. Собственно, с Силикой мы прошли этот ивент. Теперь остался ивент с Синон. Ну что, сейчас, секунду. Ну что ж, тогда Синон. Синон. Блин. Спасибо за кучу спойлеров. Каких? Чему? Я вроде бы ничего не спойлернул пока что. А! Ну, извини. Да ладно, не все так жестко. Я еще не начал спойлерить. Все, пока. Я тут начну ивент Синон. И потом, наконец-то, победим рейд-босса 85 этажа и пойдем на 86-й, наконец. Так, что там, Силика? Этот инцидент напомнил мне, как, насколько важна Пина. Это все благодаря тебе, спасибо. Ты не за что. Всегда рад помочь своему гарему. Нам еще столько проходить вместе. Фу, наконец-то. С возвращением. А, Синон, ну, я вернулся. Ты выглядишь усталым что-то. Ну да, немного. Hollow Area, что, такое проблематичное место, что ли? Ну, это более-менее как Айнкра. Но там нету городов и очень немного друзей, там приятелей, с которыми можно пройти в приключения. Так что нужно быть всегда на стороже. Тайенне. Охитоёши-сан ва? Ара?
Да, быть мистером всемогущим — это все, что тебе требуется. А, Кирито? Че это такое? Ториноохане? Это... птичье перо? А, это... ну, я нашел это, короче, и там... в области, где была куча гнезд птицы. Птиц. Синон? Ну, это может быть какое-нибудь драгоценное перо. Чё, это правда? Ну, на самом деле, у меня есть тут квест, где нужно сделать перо-лук. Лук с пером. Или перо из лук. Лук из пера. Ладно. Я не знаю о таких видах квестов. Да, но только с одним пером я не могу закончить квест. Да не беспокойся, там их просто куча вагон упавших перей. Мы можем пойти и собрать несколько. Что скажешь? Ну, я была не против, но Кирито разве не очень усталый? Да все хорошо, вместе с Синон. Я могу чувствовать себя как огурчик. В любое место и в любом сражении, к которому пойдем. И кроме того, если твои навыки с луком станут более агрессивными, то твоя боевая мощь вырастет. Причем значительно. Что, правда? Ну, тогда пошли, что ли? Ну, хорошо. Погнали. Ути-путь. Блин, я ее ушки из Lost Song не могу забыть. Они слишком хороши. Блин, может плюнуть на Синрару Кагуру сегодня и Lost Song? Что скажете? Завтра Синрару Кагуру. Кирито, такая девушка легкого поведения, я не могу. Да ладно, ты чё? Почувствуй, что у тебя есть гарем. Ну, Максимуш, по мне это слив полный, и ты сейчас сделал огромный спойлер, не читайте. Не читайте, что написал Максимус. Так. Ну, я на первый сезон забил, точнее, на второй сезон забил после первой серии. Как-то вообще. Да уж, ребят, не надо спойлерить, давайте как-нибудь в другой раз поговорим, когда никого не будет, не спойлерить. Да, мистер Пукс, ты ничего не потеряешь, аниме все-таки посредственно. Хотя, может, кому-то не, может понравится, что. Может, тебе и понравится. Так, мне нужна Синон. Где она? Телепорт Гейт. Погнали. Всего лишь пересказал вторую серию первого сезона. Да, но она уже спойлерит весь первый сезон. А, ну раз ты проглотил первый сезон, мистер Пукс. Не, ну первый сезон я тоже хорошо проглотил. Я вообще с удовольствием его посмотрел. И концовка меня просто, не знаю, я такой... а что будет дальше? И когда посмотрел первую серию второго сезона, то меня она разочаровала полностью. Какого хэ? Реально. Так не бывает. Кирито. Такая же реакция у тебя была от второго... сезона? Или от первого? Покатава. Ладно. Ярошик. В любом случае. А, от первого. Ну, второй реально меня расстроил. Да-да.
как по мне, они реально вот слили второй сезон. И как я понял, там еще третий, походу, будет. Так. Блин, я забыл, как там место называется. Вентлист. Так, Guardian of Lovers. Ну, он вроде бы здесь, вот он здесь. Нужно пойти в коридоре в Negotiation, о господи. Negotiation коридор в Drills, окей. Ну, значит, отсюда. Погнали. Да-да, привет, Игнат. Да, сау-сау, продолжайте, сау. Осталось еще... Еще... Примерно половины игры, не меньше. Немного меньше половины, но не особо. Хотя, наверное, все-таки меньше. Я думаю, вот у меня 127 уровень сейчас. Я думаю, как раз до 100 уровня, ну, там наберу 150 максимум. Мне 150 хватает, чтобы пройти игру. Конечно, там супер-мега-квесты, которые победи огромных монстров, которые тебя валят одним ударом. Для них, конечно, нужен 200 или 250 уровень, но эти квесты как-то... Как-нибудь потом, после прохождения игры. Так, налево, направо. Муравей-убийцы. Муравей, не убивай меня. Все равно проиграли. Ну... Я, наверное, не дошел до этого. И не дойду. В отличие от того. А что, разве это плохо? Так. Тут... А тут по прямой почти, что нужно. Опа, блин! Ну все, Кирто споткнулся, точнее, не смотрел под ноги, упал в пропасть, умер, и все, игра закончилась. А, ты про марсиан? Первого левела. Ты чё, смерти моей хочешь, что ли? Тогда бы эту игру мы проходили несколько лет. Умер, упал. Может, упал, умер, Dark Souls стайл. Так, ладно, Фумо, давай не говорите больше одного, а то тут народу спойлерим. Не надо. Что-то еще посмотреть хочет. Ну все, я пришел в нужную локацию.
Как-то足元が安定しないのね. Хм, это не кажется особо устойчивым. Ну, это потому что камень плавает в воздухе. Ну, на самом деле он не будет двигаться. Ну и где-то место. Просто продолжай идти вперед. Видишь птиц в небе, не так ли? Да, там должны быть яйца или птенчики в гнезде, наверное. Да, я думаю, что там их много. Но если было возможно, я бы не хотел убивать их. Может быть, мы можем просто их собрать и... Нет, может быть, мы можем просто собрать перья, что падает. Ну, ранее, когда я приблизился, они не напали на меня. Ну, так что я думаю, все должно быть хорошо, если мы будем действовать тихо. О, господи. Замечательно. Тогда мы сделаем это настолько тихо, насколько сможем. Нам нужно вверх. Так, а где там птицы, что ли? Да нет, ничего. Само собой. Так, и знал, что пошел никуда. Не туда, куда нужно. Скорее бы 4 апреля. А что там 4 апреля? Ничего нет. Там 1 апреля на днях. Привет, Стармоунтер. Так, я опять не туда пошел. Смотрю в чат и нажимаю кнопку вперед. Анимешка выходит. Да, как-то наплевать. Вот там Гуль наконец-то вышел полностью. И парад смерти надо посмотреть. Может, сегодня после стрима. Или, может быть, загружу мобильник. По пути на работу буду смотреть. Парад смерти не смог? В смысле? Не понравился или что? Ну, я думаю, тут достаточно перья, которые тебе нужно подобрать. Я помогу. Точнее, я... Нет, я полагаю. Блин, это не суппорт, а суппорт. Да, я тоже так думаю. Тем не менее, тут так много гнезд. Да, и некоторые из них такие большие, что мы могли бы залезть в них. Тогда давай сделаем это как можно быстрее. Попробуй. Попробуй подобрать самые мягкие. Понял. Да, Синон действительно действует без единого звука своими движениями. Ничего не слышно прям. Ну, мне тоже нужно быть осторожней. Ну, мягкий, что тут такое? Синон? Нани, Кирито? Что такое, Кирито? Это родители этих птиц? Я так думаю. И что же нам делать? Стоит нам убегать? Не. Если будем внезапно двигаться,
то это будет более рискованно. Поняла. Тогда мы будем просто стоять тихо, без единого движения. Да, я думаю, так будет лучше. Иди сюда, Синон. Да не, я останусь здесь. Если они атакуют, я не смогу тебя защитить, если ты будешь находиться там. Давай иди сюда. Ну хорошо. Синон, не упрямись. Не нужно упрямиться. Я тебя защищу. Вот еще. Да, не двигайся. Кирито, он смотрит на нас. Не нужно бояться. Он ничего не сделает. Воу. Огромный червь? Прямо на нас? Что? Этот... Эта птица-родитель хочет накормить нас этим? Нани? Что? О, сейчас будем червей есть. А, понятно. Он думает, что мы птенчики. Синон, просто нежно возьми его. Это? Это невозможно! Это же такой огромный червь! Да не беспокойся. Он мертвый. Возьми его. Даже если это невозможно. Такой тяжелый. Что это такое? Фух. Оно ушло, Сино. Теперь ты можешь положить его. Фух, а мы спасены. Ну, он удовлетворен, потому что его птенчики питаются. Но тем не менее, я не ожидала такого огромного мертвого червя. Да, забей. Это намного лучше, чем быть атакованными, ведь так? Ну, это правда. Ну, и сколько там перей? Ну, я думаю, что этого достаточно. Так, а дальше нужно... тетива. Ну, этого здесь нет. Я дам тебе знать, если я что-то найду. Аригато. Спасибо. Тогда вернемся обратно. Я не могу себе позволить еще одного червя. Так. Так, о, господи. Кирито! Сири, это другой Сао, это не Лост Сонг, это полуфрагмент. Здесь Синон обычный человек. Мы же в Сао, а не в Ало сейчас. Тут все люди. Поэтому оно тут как. Ушки в другой игре. Вот именно. Это Сао, а не Ало. Что дальше? О, господи, теперь мне нужно найти
Лебарс Отор Эрия. Да, но где именно тут, блин? Я не помню, нужно погуглить. Ладно, давайте пока что валим отсюда. Кейн! Дерево залагало. Да нормально, мы же в САУ. Тут лаги повсюду. Так. Сейчас найду название, точное название локации, к которым нам нужно пойти. Все, нашел. Queen's Chamber. Без Синон, причем нужно пойти. Ну окей, давай пока Синон. Я пойду сам. Закончу этот квест. Так, телепорт. Так, Queen's Chamber. Где именно? Здесь это должно быть. Привет, Андрей. Ага, вон он. Queen's Chambers находится аж здесь. Значит, пойдем сюда, потом Dark Curtain Spawning Safe. Погнали. Чё там? Это, наверное, Синон. Да, Синон. Да, я не ожидал, что ты попросишь меня, чтобы я взяла мертвого червя. Но тогда все должно было так пойти. Больше такого не хочу. Не бойся, больше такого не будет. Или, может быть, будет. Так, налево. Так, что там в чате происходит? А, вроде бы... Сколько уже часов в этой игре? Ну, мы уже играем 79 часов 46 минут. Ровно. Уже не ровно. Ну, я думаю, до 100 часов дойдем. Это точно. А может и больше. Так, дальше мне наверх. Наркоманин, забей. Ну ладно. Сто часов гринделки? Нет, не гринделки, а прохождение игры. Гринделки тут часов 400 будет. Или даже 500. Наверное. ХЗ, сколько нужно, чтобы прокачаться до 250 уровня и выполнить все гриндовые квесты. Так что 100 часов с чем-то это будет у нас только прохождение сюжета.
Тут я немного гриндил, там пару часов, по-моему. Ну, чтобы эту игру пройти, тут нужно много чего делать. Персону месяцами проходили. Да, но персону мы прошли там сколько? 3 месяца, по-моему. 3 месяца мы ее прошли. А САО мы сколько уже играем? Примерно столько же, по-моему. Все-таки на САО у нас больше времени уходит, чем на персону. Персона быстрее проходилась. Ну, конечно, если я там проходил бы еще и дополнительный данж там, и дополнительных боссов, и собирал себе персону, то тогда это было бы намного больше, но этим унылым говном я не хотел заняться. Поначалу хотел, но потом передумал. Так, Сирей, не смей оскорблять лучшую игру в истории человечества. Не надо. Потому что Persona 4 просто шикарно. А если тебе не нравится, то... то просто не играй. Metal Gear. Почему тут Metal Gear? Не любит файтинги. Причем тут файтинг? Персона вообще-то RPG. JRPG. Начнем с этого. Это спин, это файтинг, это уже продолжение спин-офф. Мы сейчас про нормальную персону 4. Персона — это же файтинг. Сам ты файтинг. Файтинг — это спин-офф, который продолжение. Ты, походу, вот что плохо, несколько, некоторые люди не знают, что Persona вообще-то это ведь серия JRPG еще с 96-го года. Думают, что это файтинг. Ребят, ну вы почитайте Google, что ли, там, Википедию, что ли. Смотрите изначально, что это такое. Если не знаете, зачем есть? Темнота деревенская. Ну да, в этой локации. Во, нашел. Хм, растения, растущие в этой области, все не странные. Почему эта форма? С какой целью? Снова эти лозы. Я не могу их срезать.
Их лозы слишком жесткие. Постойте-ка. Может, это будет как раз идеально для... Лука Синон? Эти лозы могут как раз... эти лозы, которые тяжело можно разрезать мечом, они, наверное, очень хорошо будут использованы в качестве тетивы для лука. Я дам ей знать об этом, когда я вернусь обратно. Ну а теперь возвращаемся обратно за Синон. Мы нашли тетиву для лука. Сейчас мы сделаем, наверное, какой-то имбовый лук. Кристалл телепортов. А, тут нельзя использовать. Круто. А, ну в этой локации нельзя. Сейчас в предыдущей можно. Нептунский медведь детектит. Ты чё? Про кого? Выкопай их, если нельзя срезать. Ну, кстати, хорошая мысль. Про тебя же. Чё-то такой неадекватный. Или это мне кажется? Так, я понял твое слабое место. Metal Gear. Угу. Покупай, качай, играй. Чё ты мне там скинул? Если ты мне скинул Hyperdimension Neptunia Rebirth, то это говно, не спасибо. Я лучше поиграю в нормальную первую часть на PS3. Пройду ее еще раз. Как думаешь, он хейтит Лолли или нет? Ты я хз. А, не, это говно, спасибо. Элипоид, у тебя нету такой семьи. И никогда не будет. Обломись. Так, ладно. А, привет, Синон. Ты там? Тебе не нужно орать. Я слышу тебя. Я кое-что хочу тебе показать. Блин, аж у меня оглох в ухе от того, как она орёт. Это лоза? Да, она очень гибкая, и вряд ли ее можно так легко разрезать даже мечом. Поэтому я подумал, что это будет как раз идеальная... Идеальная, блин, строка. Ну, короче, это фигня, забыл уже. Только что говорил 5 минут назад. Используйте его в луке? Постой секунду. Ну, используй. Да, похоже, работает. Только оно слишком короткое. Так значит, я был прав. Я думал, что такое может быть. Но, блин, это растение действительно удивительно. Откуда оно? Ну, она из Outer World Area, из Hollow Area. Ну, практически все растения, что там растут, и имеют причудливую форму.
позволь мне пойти туда и взять для тебя. Чё-то-матте. Тотте-кру-те-итаму. Амари-текитоу-дато-цкай-най-ва. Постой, я... Спасибо, конечно, но нам нужно выбрать его тщательно. Фтоса-то-ка-нагаса-то-ка. Хане-мо-со-датта-кедо. Ару-тейду-ва-сэн-бет-шинай-то-кинай-но. Толщина, длина... Прямо как перо, мы должны выбрать. А, вон оно как. Дакара, ещё не икимашо. Ваташи га икеба, чанто эраберу кара. Будет лучше, если мы пойдём вместе. Я знаю, как выбирать. Ты права, так будет лучше. Коре демо, скоши ва цьёку наттеру дакара. Симпай шинай де. В каком смысле, я сейчас сильнее, так что не нужно беспокоиться. Я понял. Тогда пошли. Э, икимашо. Хорошо, пошли. Пошли, чё тут? Икимашо. Так, ладно. Где она тусит? У врат. Кирито, не нужно кланяться. Погнали. Блин, мне нравится эта синяя одежка. Ему идет. Ай, господи. Во-первых, я хочу посмотреть. Нанда. Да не с тобой поговорить. Так. Трансфер итем. Сюжет какой? Ну, я тебе 80 часов я не могу рассказать, потому что, сам понимаешь, тут много чего произошли. Но основная цель — это пройти игру, да, точнее, дойти до сотого этажа, пройти игру и выбраться из САО. Потому что они не выбрались из САО. Когда с Хисликом сражались, там что-то пошло не так, какой-то баг. И... Вроде бы мы зачислили 74-й этаж, но ничего не произошло, игра продолжилась. Тут альтернатива на развитие событий. У меня нету ничего. Ну, ладно. Отправить. Вернусь через 4 часа. Ну давай, Шэдо. Как туда Сион попала? А вот это хороший вопрос. Ну, она сама не знает. Она попала сюда и потеряла память. Лифа, она сама использовала Нефгир и решила зайти сюда и... Приди к своему братику. А вот про Сион еще неизвестно. Все еще мрачно и запутано. Пока что мы ждем развития сюжета. Синон. Почему она здесь? Там были какие-то зацепочки, но по-любому непонятно. Потому что в начале игры она тупо упала с неба. Почему? Как? Ой, блин, я забыл про Синон. А Сасуна тут Шора-Мора. Ну и Сасуна, и ну, можно и с другими немного. Где же она? Нани? Пока. Элипойд, я понял, я понимаю, что ты упорот по Нептунии, и ты знаешь, что в апреле выходит Victory 2 эксклюзив на PS4, да? И ты купишь PS4 ради этой игры, я это знаю. А друзья, наркоманы из зала, ты про кого? Больше никого нету.
Тут только Синон и Лифа. А, ну, и Стрея это уже игровой персонаж. Так. Опять нужно идти сюда. Что-то с камнями, с кристаллами, телепортами нужно делать, а то у меня там две или три штуки остались. Кирито? Ты что, издеваешься? На первой картинке это парень Гайас, а на второй это Лайтнинг. У тебя что, проблемы с... что ли? Как тут не заметить, кто из них парень, кто из них девушка? Как бы вполне, я думаю, видно. Видно. Ну, знаешь, раз ты в красивых парнях видишь девушек, знаешь, у меня для тебя плохие новости. Очень плохие. Прямо очень плохие новости для тебя. Хотя, может быть, ты и обрадуешься этой новостью, я не знаю. Но в любом случае, я тебе сочувствую. Тяжело в жизни придется. Ну, знаешь, серый, просто если выходишь на улицу, то тоже можно найти такие вещи, что смотришь, вроде бы девушка, а вроде бы парень. Хз. И сидишь, думаешь. Такой мир. Нужно быть красивым, если хочешь тянку. Не в Москве. Ну, я не знаю, где это. Но в любом случае, если ты будешь выглядеть как он, то у тебя будет гарем, как у Кирито. Ну, конечно, немного бабла нужно, без этого никуда. Давай, еще немного осталось. Бить будут. Да какая разница? Никто тебя бить не будет. А, блин, это еще не та. Еще пройти эту локацию, потом мы попадем в нужную локацию. А, ты знаешь, что я город. Ну так нужно переезжать, значит. Там, где тебя бить не будут. Так, если бы мир Сао стал онлайн-игрой, как... Фу, если бы мир стал онлайн-игрой, как Сао, то я бы не отказался в таком мире жить. Ну так живи, в чем проблема?
будет ждать. Да не бойся, со временем ты будешь понимать, что есть кто. Жизнь научит всему. Не будет же одиноким всю жизнь. Или с коровой жить. Так, приехали. Так офигенно тут. Говорил тебе, если ты продолжишь смотреть, то можешь почувствовать головокружение. Да. И также можно потеряться легко. Мы должны быть уверены, куда идем. Да, надо держаться подальше от леса. Ну и где мы можем найти эту лозу? Эти лозы, точнее. Так, дай мне подумать. Должны быть здесь. Ох, ты не особо надежный. Ты уверен? Да, я просто проверяю, потому что взгляды, ну потому что это очень похоже. Ну что, правда? Блин, вообще-то я знаю, куда мне идти. Вот тут иду сейчас налево и все. Блин, Синон 93 уровень, сам слабый. Чихал народ на ваши разборки. Чё? Так, вообще-то мы пришли. Во. Смотри, вон они. Да, они действительно выглядят так же, как лоза, что ты мне показал. Да, но как получилось так, что я чувствую, что мы проделали долгий путь? И это что, просто мое воображение, что ли? Ну, мы сделали небольшой крюк. Извини, я виноват. Будь уверен в том, что запомнишь дорогу, прежде чем возвращаться сюда снова. Ты издеваешься, что ли? Я вообще-то пришел правильно по единственной дороге, которая есть. Я не знаю. Игра троллит. Извини. Ну, хорошо. Какую сторону? Ну, их много, так что сама делай выбор. Да. Дай мне немного времени. Ну, конечно. Бери сколько хочешь. Сирей, здрасте, приехали. Пейзаж кажется странный. Это монстр! Нашла! Этот как раз должно подойти. Синон, быстро сюда! Быстро! Чё так нервничаешь? Монстр там вышел, короче. Чё? Я ничего не вижу. Ну, потому что он использует навык... скрывание. Скрытый навык скрыть. Блин, яйца, ладно. Дерьмо, мы окружены.
Нам нужно как раз выбраться из этого. Привет, а куда мы приехали? А мы ехали? Да! Воу-воу-воу-воу! Воу-воу-воу-воу! Синон! Она сейчас сдохнет! Она сдохла. Вскрывание. Да не, не, блин, я забыл. Скрыть, блин. Хайден, короче. Синон скрыли. Да, уж действительно, Синон скрыли. О, господи. Мне нужно еще предыдущую локацию пройти полностью, потом уже... Ах. Вот, скрытности. Спасибо. Навыки скрытности. Вот почему иногда я забываю такие легкие слова? Вали ты уже. Если забываешь, значит, ТДД переходит. Ну, знаешь, когда говоришь на четырех языках каждый день, то... на четырех она пройдет. Четвертый просто. Играешь или читаешь. Ну. Еще живой? Сдох. Так, значит, перед тем, как идти туда, мы сделаем кое-что другое. И немецкий. Ну, насчет немецкого не знаю. Если ничего тут не удастся и придется свальнуть, то придется немецкий учить. Но это пока что рано говорить. Так, ну приветствую, Сасана. Почему у меня всегда проблемы с этим ником? Ты уж извини. Так. Сосна. Во, сосна. Так, во-первых, использую... Да? Синон нужно было прокачать немного. Ну, обойдется. Так, предметы теперь на нее использовать. Так, декс нам нужно... Нет, Сире, это недостаточно. Это если только буду работать в какой-то индустрии. Но я не собираюсь работать в той индустрии. Я не хочу. Так, ну это мы уже видели. А почему нельзя полностью пропустить? А, стоп, вроде бы можно. Вот. Держа кнопку.
Но! О, господи, эта сучка. Кирито. Пошла ты нафиг. Но она умирает. Она слишком слабая. Нужно ее прокачать. Но мне лень сейчас ее качать. Мне нет времени. Ладно, придется добить этот квест в следующий раз. Ладно, фиг с ним, что поделаешь. Пойдемте проходить дальше основной сюжет. Так, кем я работаю? Ну, я не работаю, я просто практикуюсь и на дантиста учился, типа. Вот, ищу работу. И практикуюсь там в одно место. Пока что. Блин, ее просто насилуют, реально, если без нее я бы тех уродов убил бы вообще как раз плюнуть. Мне она даже не нужна, только под ногами путается. Давай в Лос-Сон. Не. Основная цель — пройти Hollow Fragment. Потом уже можно сконцентрироваться полностью на лосу. Насилуют тентаклями. Ну да, кстати. Ну слабенькая она, что тут? Больно наслаждаться им этим, но стал педагогом? Чего именно? Какого направления? Ну, не знаю. Мне лично нравится моя работа. Точнее, на то, что я учился. Мне реально очень нравится. Но, к сожалению, никому ты не сдался. Никто не хочет брать тебя на работу. Потому что работы нет. Что-то в последнее время вообще народ зубы не делает. Вот там, где я практикуюсь, вообще мало народу. Мало работы. Да. Вот думаю, может что-нибудь другое пойти поучиться. Вот. Тут подумал. Вот смотрю, тут есть несколько знакомых, работают сантехниками, зарабатывают хорошие деньги. Я подумал, может мне тоже с сантехником пойти. Там есть какие-то курсы, можно за пару лет пройти их, и... Прекрасно. Привет, демонолог. Забастовка врачей? Я не знаю. У нас полная жопа тут всегда происходит. Все боятся дантистов. А чё бояться? Когда у тебя зуб будет болеть, ты не будешь бояться. Ты захочешь избавиться от этой боли. Кирито,